Вот мы и приехали в Кронен Парк отель. Давайте пройдемся, и я покажу, что внутри. Ну что, давайте проведем маленький рум-тур. Здесь, конечно, очень красиво. Стульчик, столик, телефон, зеркальце, лампа. Все супер. Картины, конечно же, тоже лампа. Да, тут очень места много. Вот ширик широкоформатная. Вот обычная получается. Здесь двухспальная кровать. Прикроватная тумбочка с лампой, стул, и здесь можно ноги сюда закинуть, развалиться так классно и круто. Стол, открытка, вот здесь даже пожелание, ну и вид из окна. Очень красивые розы здесь и сосны видны. Теперь давайте пройдемся в туалет. Здесь халаты и тапочки. Есть ванна, если нужно принять. Также картины такие. И, конечно же, водичка, мыло. Очень, кстати, вкусно пахнет. Всякие, гель для душа, круто, если надо кому-то даже и шапочка для душа здесь, фен, кому надо, конечно, и музычка играет. О, ресторан на террасе, может быть. Какая тут красота, фонтанчик. Класс, класс. Здравствуйте. Давай сюда. Да. Этот куст розы просто. И здесь роза на столе. Супер. Моя чудесная прелесть добралась до винной карты с коктейлями. До коктейльной. До коктейльной карты, точнее, да. Да. И какой же ты себе коктейльчик закажешь? Такое нельзя произносить на ютубе, да? Он здесь называется Мартини Стар. А, ну, я думаю, вы поняли. Все, кто в курсе коктейли, я думаю, вы поняли, как тут коктейль называется. Зайдем внутрь ресторана, посмотрим, что там. И Мартини Стар коктейли принесли. Покажи, как нужно пить этот коктейльчик. Что это ты добавляешь сюда? Просекко.
Сейчас меня это ждет. Я ни разу не пробовал этот коктейль. Сейчас попробую. Совсем не ожидал, что это офигенно. Бургер с золотом даже. Ну и мартини стар с просекко на месте. К нам гости пожаловали. Печенюшку сейчас схватит. Ай-яй-яй. Улетела. Но здесь в плане природы... В плане природы здесь еще есть черепаха. Вот она. В фонтане. Голову поворачивает. Ой, рыбки здесь тоже. Привет. У меня есть, кстати, гипотеза, почему черепахи живут 150 лет, так долго. Вот, возможно, природа и Вселенная решила им дать такую возможность там успеть продолжить род, потому что они очень медленные. И чтобы хотя бы что-то успеть за свою жизнь, они могут жить 150 лет. Моя такая гипотеза, на самом деле я не знаю почему, но надо будет выяснить. Вид для перфекционистов. Конечно, красивый вид. А вот здесь бывают свадебные церемонии проходят. Вот у этой арки. Ну и батут здесь есть. Парк направо. А вот и дятел здесь. Да, классно. Дятел взбирается. Уэхо, уэхо, Вуди. Идем на нем, сейчас увидим, что там будет за картина красивая. Конем он во всей красе. И здесь что-то находится, кстати. Если кто-то знает, что вот это такое, то напишите в комментариях. Сосна, к сожалению, на грани падения. И здесь корни уже держится на последнем издыхании. Еще одно дерево борется за жизнь. Сосна. Да, джунгли-парк выглядит вот так, но он, конечно же, для детей. Дети лазят. Эти деревья покрыты мхом. И есть теория, а может это и не теория, что мох всегда стремится к северу. Значит, север где-то там. Или там. То есть здесь у нас за беседка такая. Ого. Можно здесь позавтракать с утра. Но я могу представить, что здесь комары не летают. И тем более, если здесь ночью, то здесь гирлянды, получается, светят или утром.
сижу я в халате, который выдали здесь, в Кронен Парк, здесь буква К такая, и заполняем завтрак. И здесь, в принципе, такой порядочный завтрак. Всем доброе утро на балкончике. О, черепаха залазит в воду. Сегодня будем завтракать возле черепахи. Напиточки. Пожалуйста, ваша вода. Спасибо. Да, какаушка. Справились просто на ура. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Да, конечно, конечно. Спасибо. Спасибо вам большое, спасибо. Как она вкусно пахнет. Вкусненько. Супер. Класс. Вот и пришло время выселяться из Кронен Парк отеля. Он обошелся на двоих 620 белорусских рублей. Сколько это в долларах, это я здесь напишу. И пора ехать в дизайн отель. Let's go, ушки. Вот мы и переместились в следующий отель. Дизайн отель называется. Здесь, конечно, виды красивые уже. Сейчас пойдем скоро гулять. И дизайн отель, вход по паролю. И мы ввели раза три пароль и поняли, что пароль начнет действовать ровно в 2 часа, когда нужно будет производить заселение. Раз такая ситуация здесь, то нужно подождать еще 5 минуток. Ах, какой прекрасный город. Пока сюда ехали, тут такие красивые места вокруг увидели. Вообще замечательно. В Гродно, в дизайн отеле все так классно спроектировано. Здесь нужно вводить пароль. Сейчас введу. После того, как ввели пароль, поднимаемся на свой этаж. Еще раз пароль. Попадаем в очень классную комнату. Всем привет. Здесь тапочки, расчески, вешалки. Очень круто. Столик. Из окна. И кот идет. Тема. Душевая с туалетом очень классно сделана. Всем привет! Класс! Еще день такой замечательный.
сегодня, конечно же, будет ожидать челлендж, потому что каким-то образом нужно попасть на финал Лиги Чемпионов в бар. Я за 2 недели пытался забронировать столик, во все бары обзвонил, ничего уже не было, все занято. И сказали только в баре по живой очереди. Вот. Попробую попасть. Очень не хотелось бы смотреть онлайн через мобильный телефон. Будет. Так как я болельщик Реал Мадрида и Реал Дортмунд будет играть, для меня это очень важный момент. Ух, let's go, ушки, день будет прекрасным. Когда делали чекаут, когда выселялись из Кронен Парк отеля, такой комплиментарный пакетик подарили с ништячками. Давайте посмотрим, что здесь. Да, здесь сколько мы отдали, и водичка с кексиками. Посмотрите, какой балкончик у соседей. Красота вообще. Вот выйти так с утречка, постоять, посмотреть на восход солнца. Милота, красота. Даже сейф есть, скорее всего, с тем же паролем. Отлично, что здесь есть кондиционер. Можно отрегулировать температуру, так как сейчас здесь 28 градусов. Первое место, которое, конечно же, советую сразу же, будучи в Гродно, посетить, это костел. Вот этот костел. И как только вы там окажетесь, я просто впал в транс на 10 минут и стоял, разглядывал каждую скульптуру, иконы. И это такое место, конечно, просто советую. Обязательно. Обязательно. Первым делом просто туда. Вот. Мы движемся дальше. Тут сразу после костёла идет что-то типа проспект. Даже это не проспект, а площадь какая-то. Часы. Также есть глобус. Это солнечные часы. Жаль, что сейчас солнце зашло за облако и рассеянный свет так бы сравнил. Реально, оно показывает настоящее время. О, кажется, что-то можно сейчас увидеть. Куда там тень падает? Тень падает вот сюда. Солнце показывает примерно на 16 часов, вот сюда вот так тень показывает. И сейчас 15:56 на часах, и здесь 16, реально, солнечные часы работают, круто. Пожарная. Аварийно-спасательная часть номер 1 в Гродно. Суперский. Так, что-то тут рубят. Что, получилось что-то. Удачи, будет громко? Да нет. Я думаю, громче будет. Куда уже громче? Все? Да. Чеканит монету. Попали на самую тусовочную улицу города Гродно, и давайте прогуляемся и посмотрим вообще атмосферу, посмотрим на красивых людей, красивые улочки с брусчаткой,
и здания, и заведения. Конечно, я уже начинаю хотеть кушать. И думаю, она тоже. Поэтому найдем местечко для перекуса. Явно огни загораются красивые. Давай тут селфи сделаем. Самое место, которое мне студентка рекомендовала. Здравствуйте. Джезва оказалась кофейней, где, если нужно плотно покушать, то только во время завтрака. Вот так. Идем и гуляем дальше. Советской, конечно, есть тут кинотеатр. И бар. И ночной клуб. Вот это да. Заскочим в кафе «Культура», посмотрим, может, что вкусненькое есть перекусить. Здравствуйте. Здравствуйте. Там хотели бы меню смотреть. А где вы хотите именно сидеть? В зале или на террасе? Хороший вопрос. Там дождь начинается. Ну, можно, можно в зале посидеть сверху. Да, конечно, можно. Да. Красота. Красота, красота. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие балкончики хорошие. Жаль, дождь начинается. Мне кажется, мы тут останемся, потому что здесь есть все. Желе-бутылка. С коктейлем подается.
бар. Да. Сейчас будем заказывать. Кажется, финал пройдет в баре. И здесь кричали уже Реал Мадрид. Это так круто. За Реал. Нет, нет, нет. Фу. Вторая атака Дортмунда. Повезло Реалу дважды. Вай. Штанга. Штанга. Дортмунд штангу Реалу попал. Три атаки. Как так можно? Как так можно, Реал? Давайте, вамос, вперед. Первый тайм 0-0. Нет! Да! Реал Мадрид забивает! 1-0! Вот это да! Наконец-то! Наконец-то! 1-0 против Дортмунда! Сегодня праздник у фанатов Реал Мадрида. Реал Мадрид выиграл Лигу Чемпионов 15-й раз. Спасибо большое. Всем доброе утро, новый день, новые приключения. И этот день начался с топового места, проходная. Будете в Гродно, в Беларуси, обязательно в него заскочите позавтракать. Не пожалеете. Гродненский драматический театр. Красота, лепота. Куда ни повернись, какие-то достопримечательности вокруг. Пришло время и посетить старый замок. Let's go, ушки. Тут специально, видимо, не реставрировали, чтобы сохранить аутентичность. Брусчаточка. Когда глаз не видит, увидит камера. Покои королевского секретаря. Номер 5, 15 века меч. We'll be right back.
Морская баня, веники. Вот и поездка в Гродно подошла к концу. Подписываемся, ставим лайки и увидимся в следующем видео. Всем пока! Когда едем в Минск, и тут обрушивается дождь и град.